Всем привет! С вами Стив Про, и сегодня я покажу карту Win10 для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, эта карта была выпущена Маджонком в честь юбилея или годовщины Windows 10. Ну и карта представляет перед собой, друзья, довольно гигантские необычные блоки или даже комнаты. То мы садимся на вагонеточку и просто прокатываемся по этому прекрасному месту. Я смотрел у многих обзор этой карты, и хочу сказать, что я от всех отличусь. Собственно, мы поедем с интерфейсом, и я вам буду рассказывать о этой карте все. Потому что, наверное, кто-то хотел объяснения, вот оно и будет, друзья. Собственно, мы поднимаемся через пещеру вверх, и пока что мы ничего не видим, но проедем немного дальше, и там, видите, уже мы уже видим, друзья, гигантскую траву, блок травы, и там уже вдалеке мы видим гигантскую траву, в том числе мы видим уже гигантское дерево, которое у нас было в обзоре одной карты, где мы были, тоже маленькими, друзья. А карта была довольно гигантской. Собственно, блок травы просто большой. И мы выезжаем вот такой разрушенный блок травы. Собственно, очень классно сделано. Это разрушенный блок камня. Да, друзья, я могу сказать, что это замечательная карта. Ух ты, вот это домик. Я не знаю, какая у него высота, но, друзья, мне кажется, это просто шикарно. Ух ты, Маджонг, ну вы постарались. Гигантские книжные полки, гигантская печка, а наверху стоит горшок с цветком. Опять же, друзья, тоже гигантский. Мы въезжаем в траву, и это очень классно. Сейчас мы въехали в верстак, и внутри он сделан тоже очень красиво. Да, куда нет? Фу, друзья, все хорошо, собственно, мы едем дальше. Опять же, гигантские блоки травы и, друзья, булыжник. Собственно, мы поднимаемся наверх. Необычные блоки, это, наверное, дерево. А сейчас мы проедемся по нашему верстаку. Ничего необычного, мы же всегда катаемся по верстаку, да? Да, хотел бы такой мод, друзья, который уменьшает нас хотя бы в 10 раз. Это было бы классно, но такого мода пока что нашей версии Майнкрафта нет. Ух ты, что за домик? А почему мы туда не едем? Я очень хочу туда съездить. Ладно, друзья, собственно, если хотите следующее видео, в котором мы рассмотрим все места этой карты, в том числе тот домик, который мы проехали, то, друзья, пишите комментарий, я обязательно сниму отдельное видео по этой карте, и там мы разберем все кубики, которые здесь есть. Ну, это в прямом смысле. Мы побудем в всех местах этой карты. Собственно, давайте двигаться дальше. Мы видим просто гигантские, необычные постройки, которые раньше в Майнкрафте мы просто не могли видеть. И давайте доезжать до конца. Но это просто все удивляет. Это очень красиво. Опять такое. Друзья, собственно, я не знаю, откуда скачал карту. С какой-то группы. И почему-то вот такие баги происходят именно на этой карте. Ладно, ничего страшного. Для вас карту я переделаю. То есть будет все сначала, как и должно быть, наверное, в оригинальной карте. Собственно, включу музыку, и с ней немного веселей. Хотя было бы классно, если в Майнкрафте была бы встроенная музыка. Да, спирали, друзья, можно сказать их так, назвать так. Ну, а мы уже доезжаем до конца. Собственно, это просто большая спираль, которая похожа на Звездных Войнов. Да, что-то такое. О, друзья, собственно, стоит тортик. И, да, как вы понимаете, мы можем его скушать и праздновать годовщину или праздник Windows 10. Собственно, карта большая, друзья. Конечно, она заслуживает лайка. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.